Меня зовут Юлия Дроздецкая, мне 35, мой рост 178 сантиметров, вес примерно 65 килограмм. Я родом с Урала, но сейчас постоянно проживаю в Москве. Также я закончила музыкальную школу по театру, актерское, по специальности актерское мастерство, но там мне давали в основном роли мужчин, королей, каких-то любовников, возлюбленных, потому что, ну, я была высокая, девушек было очень мало, кто-то играл Золушек и принцесс, кому-то приходилось играть, ну, какие-то мужские роли. Вот это была я это ненавидела, вот, но пришлось закончить, вот 5 лет, закончила с отличием эту школу. Сейчас в Москве я прошла курс театра импровизации под руководством Алексея Ярцева и поняла, что хочу заниматься этим дальше. И хочу исполнить свою мечту, сниматься в кино. И я открыта для ваших предложений.